если казачьи службы, семьи, исполняя казачьи устав и помня слова данные сегодня всем. Сегодня я также поздравляю всех вас, братьев и таких, всех прихожан нашего храма, гостей нашего города, великих братьев, Пятницы, Святой Троицы. Нынешний праздник имеет важное именование Святая Пятидесятница и Святая Троица. Святой Пятидесятница и нынешний праздник именуется потому, что настоящее утром и вечером длится по возможности посещать православный храм, исповедоваться и причащаться. Но не помнить о том, что мы сегодня присягнули на верность Господу, Русской Православной Церкви, нашей Родине и Казачеству. И поэтому мы с вами...